Всех я приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Пользуюсь рекламной площадкой Surferner с 2014 года, если я не ошибаюсь, уже 6 лет. Вот, смотрите, я каждый день здесь раскручиваю видео. Вот здесь на 200 рублей запускала, здесь на тоже на 200 рублей запускала. То есть каждое видео я запускаю в раскрутку. И идет очень большая отдача. Люди присоединяются ко мне в команду, ко мне в проекты. И все это оправдывается. И сегодня мне дали подарок, ну и каждому участнику Surferner дали подарок, промокод 1111 рублей на рекламу. Давайте посмотрим, для чего это нужно, как он работает. Как применить промокод? Промокод дает вам право получить дополнительный бонус на ваш рекламный баланс в размере, соответствующем номиналу промокода. Каждый промокод имеет ограниченный срок действия, в течение которого его необходимо активировать. Этот срок может отличаться для каждой конкретной акции. Например, на картинке изображен, например, 5000 на рекламу. У вас может быть другой номинал промокода, например, 1000 либо 3000 рублей. Зарегистрируйтесь в Surferner по ссылке, которая будет под этим видео, я оставлю. Либо войдите в свой аккаунт, если вы уже там зарегистрированы. Перейдите в раздел «Пополнение баланса», нажмите «Активировать промокод», что мы сейчас и сделаем. В течение 24 часов после активации промокода пополните баланс на любую сумму и получите плюс 30% от суммы пополнения. Сейчас мы будем его использовать. На моем балансе, смотрим, 4268 рублей. Копируем наш промокод. Нажимаем «Пополнить». Сначала мы активируем промокод. Вот так. Это дает вам право получить бонус до 1111 рублей при пополнении рекламного баланса в течение следующих 24 часов. Например, если вы пополняете баланс на 1000, то вам добавляется 300 рублей. Чтобы получить максимальный бонус, вам необходимо пополнить рекламный баланс на сумму 3703 рубля. Круто, я понял. Баланс буду пополнять с банковской карты. Буду пополнять на 1000 рублей. Это будет 1300 рублей. Перейти к оплате. Здесь мы заполняем номер карты, месяц, год, имя владельца, email не обязательно и три цифры с обратной стороны. Оплата выполняется. Сейчас мне придет смс-ка на телефон. Одноразовый код. Вот сюда мне надо будет его ввести. Оплата завершена успешно. Нажимаем ОК и смотрим. Должно быть на 1000 рублей больше. Вот мой баланс стал на 1000 больше. И давайте посмотрим историю. На 1300 должен быть больше. 1000 моих и 300 рублей подарочные. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот 1000 моих и 300 рублей подарочные. Ничего не обманули. Все нормалек. Свою рекламную ссылочку я оставляю под видео. Пользуйтесь. Можете здесь зарабатывать. Но об этом уже другое видео. Пока-пока.